Маня! Опа! Ты куда так прыгаешь? Вон, папа то все одел, несет. О! Услышали. Базар-вокзал. Папа принес, боже мой, боже, обняли. Счастья сколько, а? Сколько счастья. Так, не идем туда. Не идем к попугаям. Кеша, не кричим. Ой, Тося, красотка, в этом платье. Тося, красотка прямо. А прикрывай, Владь, дверь, чтобы они туда не бил. Опа! Нить! Это кто? Это была Маня. Летяга? Маня это летяга. Просто летающая обезьяна. Да. Ой, на улице вы, да? Что? Кого ты там увидела? На улицу. Ай, бы сейчас туда, да? Ай. Там дождь идет. Мань, пожалуйста, не рви. На улице дождик. Вон Тося и то не снимает, смотри. Слякоть. Она... Посмотри, какая красота. Все равно. Как будто она в платьях так и выросла. Да. Красавец. Ну. Оп! Ух ты, как рыбка. Ага. Тося. Тось, иди сюда. Тося, прыгай. У Мани вон. Опа! А мы правильно Тося одели? Правильно. Тоня. Правильно. Вот какое. Маня, не трёшь под... Маня! Не... Маня, не трёшь под ряды. Что такое? Вон, иди к Басику. Иди. Вон, смотри. Басяня твой. Любимый, да? Перчатки не надо. Дай это мне. Папа сушит. Батарейка тёпленько. Да? Тёпленько. Ну. Пошло. Через батарею пошло. Оп. Иди. Бася такой раз. Опа. Мань. Мане нужен телефон. Не идем к попугаям. Ага. Не идем прям. Сильно взялись. Две красоты неземных. Бася, ты держишь свою лежанку? Да. Бася. Бася, что? Скажи, выпусти меня. Ага, папа. Мне хватило вчерашнего. Тишь-то, Гвадь. Эх, Люську бы сюда, да? Нет. Всех вместе нет, только по отдельности. У Люси надо просто быстро делать им вольер. Ой. Папа, папа. Обезьяны погуляют. Ух! Ух ты! Нет, это просто, ты понимаешь? Ты что? А у меня кусочек только вышел. Ну, то есть весь полет не вышел. Ну, вообще, друзья, это вот за полет оттуда сюда. Это вообще. Привет. Не трёг... Я говорю, не... Люся, Маня, не трёгай. Что? Я говорю, то я кричала, Люся, Люся. А сейчас Маня, Маня. А теперь Маня, Маня. Может, сейчас полет. Мань, давай. Давай. Алле. О, девчонкам хорошо. Крас... Так, опять из черепахи. Черепаху надо убирать. Опа! Опа! Ничего себе! Молодец. Тихо. Ну, Тось. Вот, чтобы дать возможность хоть спокойно поснимать, чтобы вам не кричали, потому что вы пишете, что это невозможно.
Естественно, когда так... У нас уже, знаете как... Нет, конечно, тоже это все тяжело на слух. Но у нас вот как-то уже замыливается, наверное, постоянные крики. И причем Маня кричит, когда она хочет гулять, не меньше Гоши, Кеши. Оп! Нет, это не Маня, это просто... Маня, нет, не к кайтинам. Что там нашла? Мышку? Но. Опа! Мне хочется все-таки заснять ее полет над гнездом кукушки. Маня, папа кофе пьет. Ну, Маняш, давай. Давай. Опа! Недолет. Молодец. Молодец. Ага. Ай, молодец. А кто у нас молодец? А кто сейчас Басика достанет? Вот так лучше, да, Мань? Ай, молодец, Манечка. Ой, игривая какая. Так это вот короткие лапки у нее, понимаешь? Ножки короткие. Да. И такая прыгучесть стала. А если бы у нее ножки были, как у Люси или как у Тоси? Да, моя девочка? Но они сильные у нее ножки. Очень крепкие. Так, Мань, ну ты посмотри. Она, я тебе говорю, скоро наша кайтинная галерея пострадает от Мани гораздо круче, чем от Люси. Оп-оп, Басик такой с хвостом. Мань, ну... Да, Басянь. Я ругать буду. Я кого буду ругать? М? Кого буду ругать? Никогда не думала, что тебя буду ругать. Я думала, ты у меня будешь идеальная девочка. М? А ты? Люся номер два? Стала, лишь бы все испортить. Маняш, иди прыгни. Иди. 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 Не, пусть прыгнет. Опа. Ко мне. Нет, иди туда, иди. Иди. Я не ругаюсь, когда ты просто бабуешься. Лишь бы картина не рвала. Тося. Вот Тося наряд. Очень ей идет. Маня, кружечки, пошла реклама, да? Пошла реклама. Валбереса. Скажи, заходите, покупайте. Так, кружечки, магнитики. И с Люсей, и с Маней. И магнитики. О, как раз магнитик Маня с котом Басиком. И со Степой, и с Люсей. В парке у нас такие, кстати, магниты, друзья, закончились. Они остались только на Валбересе. Оп! Люди в парк приезжают, спрашивают, но в парке их уже нет. Оп! Маня! Так что заходите, берите. И самые, кстати, большие выборы кружек тоже на Валбересе с нашими питомцами. В парке вы таких не купите. Сейчас опа, перед опа. Новым годом. Да, перед Новым годом. Скажи, самый хороший подарок. Кружечки. И пишите, нужны ли. Скажи, с Кешей. Ну, сейчас вот проблематично так у нас с Крыму, с Валбересом. Оп! Моя золотая. Моя золотая, да, с бриллиантовыми ушками. Да, да. Да. Моя шлёткая такая, да. Шлёткая такая обезьяна. Никогда бы не думала, что ты будешь такая активная. Думали, ну, будет жить. Дай бог, чтоб жила, скажи. А тут, это же прямо летучий голландец. Да.
Да. Нет, нет, ты не летучий голландец, да, ты любимая мамина девочка, да? Да, да. Скажи, не мешают нам? Так что скажи, друзья, главное верить в себя. Никакие, скажи, короткие ножки, да. Никакая речь, ничего не мешает быть. Оп, счастливой, уверенной в себе. Да, моя мышка? Моя красотня золотая. Так, давай, я пойду до Кеши, а вы тут с папой побегайте. А я с Кеши к Жорику пойду, да. Шмык, шмык, шмык. Все, бегайте.